И доброго времени суток, мои дорогие подписчики и подписчицы, и мы продолжаем смотреть аниме «Добро пожаловать в класс превосходства», и по счету у нас будет 9-я серия 3-го сезона. Но прежде чем мы приступим к ее просмотру, не забывайте, если вы еще не подписаны, обязательно подписаться на канал, ставить лайки и писать комментарии, подписываться на Телеграм и на Твич. Все ссылочки находятся в описании под каждой реакцией, а я же всем желаю приятного просмотра, и давайте смотреть, что же будет дальше. Жестокость закона порождает беззаконие. Об обязанностях Цицерон. Сильно. Жестокость закона порождает беззаконие. Это в большинстве своем так. То есть не исключено, что если бы даже законы были бы для большинства людей прям отличными и во благо людей, нашлись бы те люди, которым они бы не подходили, и люди пытались бы и занимались бы где-то каким-то беззаконием, да? Ну, то есть, по-любому будут те, которые будут нарушать закон, какой бы он ни был, и т.д., и т.д., и т.д. Но в целом, это можно даже отнести не только к закону. Ну, то есть, это даже к людям, то есть, если ты банально где-то работаешь, и где-то какие-то жесткие требования к тому-либо иному работнику все чаще и чаще и чаще, сильнее и сильнее наталкивают работника на мысль, чтобы, в общем, свалить с этой работы, либо положить просто-напросто на нее болт, да, где-то как-то именно не вкладывать душу. Ну да. Девятая серия. Телефон. Озвучено проектом Anilibria.tv при поддержке онлайн-площадки Кинопаб. Вырубить. Что все еще отходят после исключения? Мне показалась рисовка чуть-чуть какая-то иная в моменте. Что же будет с нашим глазом? Будто бы другие. И дураку очевидно, к чему был дополнительный экзамен. Он всего лишь средство, чтобы выдворить тебя из школы. Только мне было совсем не по душе столь глупо заканчивать наши дуэли. Я это понял, такая нога. Поэтому я воспользовалась голосами класса, чтобы защитить тебя от отчисления. Спасибо, мне, в этом, мне об этом в комментариях написали. Может быть, помнишь, как подло он себя повел в лагере? То есть это стало таким ключевым моментом для нее? А ты мстительная, Саканаги. Я понимаю, что это далеко не мелочь, именно девочке-инвалиду, да, которая передвигается с помощью где-то какой-то палки, ударить по палке, чтобы она упала. Ну, это да, я согласен, но это было сделано же вроде не нарочно, а случайно. Но мстительная. Я отплатила ему сполна. О, окей. Добрый день. Позвольте представиться, я исполняющий обязанности директора. Можно просто по фамилии Цукишира. Новый персонаж? Цукиширо. Сегодня я впервые заглянул в нашу школу. И не подскажете, где учительская? Вы, наверное, и в трех соснах заблудиться можете. А я уж было думала, что отследили нас по камерам и пришли поговорить. Какое забавное предположение. За этой улыбкой скрывается какая-то жестокость, да? То, пожалуйста, пройди. Похоже, слухи о тебе чересчур лестные. Киёта Акаяно Кодзу. Не ожидала, что вы окажетесь таким грубияном. Напомните, кому было приказано довести этого парнишку до отчисления? Руководство школы явно не желает прогонять учеников по чужой прихоти. Неудивительно, что вы захотели найти послушную пешку среди первогодок. Вот только вам не кажется, что простому ИО не следовало прибегать к насилию под камерой? Спасибо за заботу. Камеры, скорее всего, отключены, будьте, да? Будьте спокойны, видеозапись я заранее подменил. А кто у ты? У меня сообщение от вашего отца.
Больше я не собираюсь мириться с твоим ребячеством. Сейчас же возвращайся. Весьма лаконично. В белую комнату, да? Работает на отца. Вместо «да» можете дважды мыть. Хорошо. Понимаю, по своему желанию уходить не хотите. В апреле я стану полноправным директором школы. И? Думаю, вам понравится. То есть отца Сакайнаги отстранили, да? А мне кажется, что если бы я такой же захотел бы, вот честно, он же ему навалял бы, да? Кажется, что смог бы ему навалять. Ну, 100%. Но это ладно. Но то, что он сделал, кем бы он ни был, работник отца Янакоджи, исполняющий обязанности директора этой школы, он сейчас, можно сказать, именно... Ну... нажил себе очень таких неприятных врагов в лице Сакаянаги и Янакоджи. Ну, то есть этими вот своими мувами, да, он думает, что ему, скорее всего, все это сойдет с рук и обойдется, но вряд ли, вряд ли. Нам не зря вот как раз показали Сакайнаги вот этот вот момент, что ее взбесило то, что Ямаучи вот таким вот образом где-то как-то именно с ней поступил, даже случайно, и она после этого добилась его исключения. Здесь же это сделано именно намеренно, да? И при этом он еще и на Янакоджи тоже наехал. По понятной причине. Потому что он работает на отца. Но это не отменяет того, что он именно сделал это намеренно. И Сакаянаги показали как человека, который не прощает где-то что-то, да, и которая по-любому захочет отплатить. Ну окей, ну. Бог ему судья. Ты молодец, что не стал сопротивляться. А то что? Черт знает, как бы он использовал видео с камер. Ну да неважно, Сакаянаги. Может быть... сразимся полноценно на грядущем экзамене. Признаться, не ожидала, что услышу от тебя такие слова. Лучше уж разобраться с тобой сразу, чем тянуть до следующего учебного года, когда начнет заправлять этот Цукиширо. Да. Я с удовольствием принимаю твой вызов. Ну что ж, сейчас я объясню вам правила финального экзамена в этом году. Он пройдет в командном формате, а состязание вы выберете сами. Так же, как и во время бюрократии, вашим противником выступит другой класс. Сперва вы должны будете выбрать 10 своих специальностей. Не стесняйся, спрашивай, если чего-то не понимаешь, Ике. А правда можно? Вы же всегда ругаетесь, когда я дурацкие вопросы задаю. Судя по всему, мне уже самой спокойнее, когда ты глупости говоришь. Ну хорошо, а можно выбрать камень, ножницы, бумагу? Капец ты дурной. Допустим, что выбрали? Серьезно? Конечно. Правила отбора предметов следующие. Во-первых, нельзя дважды заявить одно и то же. Также отметаются варианты, требующие специфической экипировки, времени года или числа участников. Вместе с ними и малоизвестные игры. Выбираете школьный предмет, задачники предоставляем мы, учителя. И строго из нашей программы. Правила устанавливаете вы, но ничьи запрещены. Ваши соперники также предоставят свои 10 специальностей. Всего же их получится 20. В 20 дисциплинах состязаться? Почему так много-то? Конечно, нет. В день проведения экзамена каждый класс сократит специальности до 5. Остальные 5 нужны, чтобы запутать соперников? Правильно. При этом на экзамен пройдет всего 7. Школа будет произвольно выбирать по одной дисциплине на каждый этап. Оповещать вас о них заранее мы не собираемся. Повторное участие в дисциплине разрешено после того, как ее пройдет весь класс. У меня сейчас башка лопнет. Так, у меня тоже сейчас лопнет. Так, я правильно понимаю, каждый класс выбирает 10 каких-то определенных испытаний. Понятно, что она сказала, типа, что такие вот, типа, как там,
к примеру, там, испытания, там, серфинг, там, я не знаю, там, сноуборд, там, что-нибудь такое, что подразумевает то, что должно быть, допустим, там, море где-то какое-то, да, или там океан, что должно, должен быть, допустим, там, погодные условия, там, к примеру, там, снег или еще что-то, то есть такие соревнования нельзя, надо выбирать такие, которые можно провести в пределах школы, которые не будут именно подразумевать где-то какие-то погодные условия и вот что-то подобное. Дальше, нельзя выбирать такие соревнования, которые подразумевают именно определенную сноровку того либо иного человека непосредственно именно к этому соревнованию. Ну, образно я там скажу, допустим, соревнования там в паркуре, да? Но если никто никогда не увлекался где-то каким-то паркуром или там гимнастикой, к примеру, да? Но это чревато тем, что тот либо иной школьник может просто-напросто себе там шею там свернуть, просто-напросто руки, ноги переломать, там ребра и все остальное. То есть такое тоже нельзя выбирать. Если у вас кто-то умеет это делать, это не означает, что это умеют делать все. Дальше, если вы выбираете где-то какое-то экзамен касательно тех предметов, которые вы изучаете в школе, да, то есть каких-то вот именно предметов, то списки заданий дает непосредственно именно школа. То есть к этому будет не готов как ни один класс, так и не другой класс. То есть просто-напросто будет уже надежда на ум человека, который будет выбран с одного класса, и ум человека, который будет выбран с другого, да, которые будут соревноваться между собой в этом вот где-то каком-то предмете, который они выбрали. То есть желательно все-таки где-то какие-то предметы сильно не выбирать, если вы с точностью не уверены именно в том человеке, который будет отвечать на этом экзамене, да? Вот, лучше что-нибудь выбирать такое, что вам максимально где-то это подходит. При этом вы выбираете 10, против вас выбирают тоже 10, в общем, где-то каких-то 20 соревнований, но из которых только из этих 20 будет участвовать по 5. 5 с одной стороны, 5 с другой стороны. И эти 5, то есть вот я, допустим, в классе там C, да? Ну, в классе C. Мы выбрали 10, но понимаем, что будем участвовать только в 5. Остальные сделаны просто для отвода глаз. Для того, чтобы у класса, который будет соревноваться против нас, ну, то есть на 10 где-то каких-то соревнований подготовиться проблематично. Они тоже будут, ну, готовиться настолько, насколько успеют. И вполне вероятно, что, к примеру, там они подготовятся там к 6, к 7, а к оставшимся трем они подготовились хуже, а как раз-таки, допустим, эти вот три мы выбрали как основные, которых будет всего 5. То есть всего будет именно 5, остальные 5 для отвода глаз. И дальше, когда остается по 5 этих вот соревнований, которые также выбирают непосредственно именно классы, между ними, вот они типа 5-5 стоят, между ними происходит жеребьевка. И выбирается какое-то постепенно. И использовано будет всего 7. То есть их 5-5-10, и будет использовано 7. Это может попасть как 5 одного класса и 2 другого. Или 3-4. Поняли, да? Или там 4-3. Ну, то есть, ну, вот таким вот образом. Даже может такое случиться, как бы, допустим, типа там 1-6. Вполне вероятно. Ай, я туплю. Извиняюсь, там же 5-5. Там же 5-5. Да, может типа 5-2 быть. Использоваться. Ну и я, короче, для себя кое-как где-то в голове именно понял то, о чем она говорила. Тут, в принципе, ничего сложного. Тут прослушать еще где-то какой-то такой вот разок, да? И окончательно поймешь. Получается. На два класса будет 20 дисциплин. Но сдавать из них придется всего лишь 7. А, понятно. К слову, основное правило экзамена — наличие у классов командиров. Ученик на этой позиции сам не сдает никакие дисциплины, но зато может вмешиваться в процессе, а за победу получает бонусные очки. Ну а если класс проиграет? Командира тут же отчислят. Опять отчисление? Сегодня после уроков всех командиров ждет жеребьевка. Выбирайте, кто туда пойдет. Можете обсуждать. Так, будет командир, который не будет участвовать ни в одном из этих соревнований, но при этом может где-то как-то помогать и поддерживать на каждом из них. То есть вносить свою где-то какую-то лепту. Но он рискует. Рискует тем, что если вдруг его класс проиграет, и ему грозит исключение. Понятно, что именно исключение будет бояться тот, кто будет выбран командиром, и, в общем, будут ссылаться на то, кто хочет стать таким командиром. И что-то мне подсказывает, что
почему-то подсказывает, что это была бы, что это будет Харикита. Ну, то есть, если бы она сама бы вызвалась, это показывало бы, ну, вернее, доказало бы еще один раз то, что она топит непосредственно именно за класс, то, что она, типа, за класс там всей горой, то, что она готова именно верить своему классу настолько, что готова просто-напросто пойти на вот это, что может привести ее по итогу к исключению. То есть с осознанием именно вот этого, того, что она, это может привести ее к исключению, она все равно собирается, типа, там, быть командиром. То есть это может продвинуть ее в дальнейшем как лидера. То есть если она, как бы, станет этим вот командиром и по итогу их класс выиграет, как бы, в ее лидерстве больше никто нигде никак не будет сомневаться. Она непосредственно станет лидером, лидером этого класса. Но это опасно. А хотя... куда Куинджи подевался? Хотя... я ведь правильно понимаю, поправьте меня, если нет, из-за прошлого испытания, из-за того, что Аяна Коджи по итогу победил, он получил шанс, в случае, если где-то что-то, допустим, там произойдет, что будет подразумевать исключение, он может себя засейвить вот этим вот шансом, который у него появился после прошлого соревнования, после прошлого экзамена. И если он станет лидером, если бы он стал бы лидером, и в случае даже проигрыша класса C, он бы мог использовать этот шанс для того, чтобы его по итогу не исключали. Хотя, может, я неправильно что-то понял вот с прошлого экзамена. Вот же скотина! Опять прогуливает! Не злись, только нервы испортишь. Слушай, а куда Хирата ушел? Не знаю. Он ведь знал, что после уроков будет общий сбор. Раз от Хираты толку не предвидится... придется брать ответственность на себя. Извините, я ненадолго в уборную отойду. Я быстро, правда? Эй! Прежде чем что-либо обсуждать, я хочу прояснить одну штуку. Какую же? Сама знаешь, итогами доп. Экзамена у нас в классе многие недовольны. Скажи же, Канжа. Ну да. Правда, не то что недовольны, скорее понять кое-чего не можем. Как так вышло, что первое место заняла Аяна Коджи? Давайте я сама объясню. Есть у меня кое-какие мысли. Погоди. Нам надо, чтобы Аяна Коджи все сам сказал. Но мы, блин, братана потеряли. Прости. Я и сам не знаю. Ты мне лапшу на уши не вешай. По-моему, он говорит чистую правду. Так, подожди-ка секундочку. А я обязан перед ним оправдываться? Ну, то есть, коим хуем? Ну, получилось так. Тебя ебет, почему я, типа, выиграл? Ну, вот выиграл я. Ну, блядь, выиграл бы ты, ну, молодец. Будь умнее, я не знаю, пытайся где-то что-то именно делать, да, и по итогу выигрывай. То есть, что ты до меня доебался? Реально. Выгнали твоего там где-то какого-то кореша, бездаря, да, который именно был абсолютно бесполезным в классе. И ты, короче, на меня бочки катишь из-за того, что я выиграл. Победителей не судят. Иди ты нахуй. Но. Уж вряд ли исход зависит типа... от него. Это еще как понимать. Объясняться перед ним. А ты вспомни, как Ямауча говорил. Точно, Саканянаги! Спросите у Саканянаги! Она обещала голосовать за меня! Какой ей резон меня обманывать? Саканянаги обвела Ямаучу вокруг пальца, подначила голосовать против Аяна Коджи, а потом предала. И в чем суть? На кой черт он ей сдался? В том и дело, он для нее никто. Ей плевать, что у него теперь разовая защита. В принципе, она могла выбрать практически кого угодно. Так, погоди, Судзуна, это же просто теория. Да, предположение. Только советую злиться на меня, а не на парня, который ничего не решал. Не забывай, что я главная причина, по которой Ямауча отчислили. Да, но все же... Ребят, вы не против, если... я стану командиром на экзамене. Очевидно, что вы мне теперь не доверяете. А раз так, я готов пожертвовать собой, лишь бы снять подозрения. Аяна Коджи? Слушай, а это идея! Тогда из класса точно никто не вылетит! Эй, не так быстро! Это что, получается, мы участвовать будем чисто для галочки? Или что, Аяна Коджи каким-то чудом приведет нас к победе? По-моему, надо выбрать кого-нибудь поумней. По-моему, тебе надо заткнуть свой пиздак. Едва ли кто-то вызовется, когда есть риск вылететь. Включая и меня самого. Дать шанс Аяна Коджи, вас протащить. А если, так, конечно, у него... логично выбрать командиром человека с защитой. Будет это желание. К
тому же, будь он хоть трижды командир, план мы можем придумать сами и заранее. Едва ли эта роль решает хоть что-то сама по себе. Харикита явно пытается спихнуть на меня роль командира. Вдобавок, едва ли сейчас хоть кто-то выступит против. У кого-нибудь есть возражения? Ну что ж, Аяна Кодзи, пожалуйста, сходи на жеребьевку. Хорошо. Как я и думал. Все классы выбрали ребят, получивших защиту от отчисления. Жеребьевка пройдет по очереди, начиная с класса A. Тут... Вполне вероятно, что на это и был расчет, в общем, даже у школы, да? Тот из вас, кто вытянет помеченный листок, получит право выбирать соперника. Все ясно? Как говорится, поспешишь, людей насмешишь. Я предпочту тянуть последний. Прошу, Личиноса. Ну хорошо, спасибо. Эх, не повезло. Кажется, я выиграл. Мне ведь не обязательно проверять, что на последнем. Да, учитель Машима? Да. Канеда, выбирай, с каким классом будете соревноваться. Мой класс выбирает себе в противники класс B. Будем только рады. Сразимся в полную силу. А я думала, что вы предпочтете себе класс C в сопернике. Чтобы вернуть потерянные позиции, нам лучше состязаться с классом повыше. Но выступать против A пока что рановато. Ну, ясно. Логично. Что ж, желаю удачи. Такого исхода я и ожидал. В конце концов, сам заранее подготовил Чиноса с Ишидзаки. Я убедил их уступить нам право сразиться с Эй-классом. И Сакайнаги, наверное, тоже знал об этом. Типа, ну все-таки они же договорились, что они будут соревноваться в этом экзамене, правильно? На сегодня, пожалуй, все. Ура! Свобода! Ну, потихонечку начинает идти развитие в этом сезоне, да? У нас же обсуждение сейчас будет. Слушайте, отстаньте уже от меня. Ну, начинаются прям интересные серии. Я просто переживала. Ты очень странно себя ведешь. Тебя это вообще никак не касается. Йоски, прекращай! Тебе не кажется, что это уже перебор? Сейчас он себя заткнет. Тебе кто дал право меня по имени называть, а? Или ты уже забыла, что мы не встречаемся? Ну хорошо, Хирата, будь повежливее, Смил. Я всего лишь скопировал твое поведение. Но я-то для класса стараюсь. Слышь, может, хватит уже нудеть? А иначе... Ты меня понимаешь. Вот честно, кто бы что ни говорил, а он мне... Вспомнить его в первом-втором сезоне, да, и посмотреть на него сейчас, вот такой он мне нравится сильнее. Вот не знаю, вот говорите, что хотите, думайте, что хотите, но... вот такой он мне нравится. Чувствуется где-то какая-то именно сила, да? Что у меня рука не имеет? Херня. Сомневаюсь, что Хирата станет сейчас кого-то слушать. Давайте лучше с экзаменом разберемся. Надо же, Кэнджи, ну, не написали комментарии, что мы потом узнаем, что и где и как будет с Хиратой, типа почему. Это потому, что Харикита настаивала, чтобы я пришел. Впрочем, надеюсь, что сегодня же мы все и решим. А то, знаете, я человек занятой. Хорошо, буду краткой. Ребята, мне нужно, чтобы до следующего урока вы назвали свою сильную дисциплину. Вот оно что. Думаешь, раз я остался послушать, то и задание обязан выполнить? Уж хотя бы одна дисциплина есть, которую ты способен сдать? Или что, предпочтешь навлечь на себя гнев всего класса? Даже не надейся, что сможешь приструнить меня такими словами. Я, конечно, выдающийся человек и признанный гений. Но только я сам решаю, для кого пользоваться своими талантами. Тоже мне признанный гений нашелся.
Я сама потом переговорю с Каэнджи. Пусть пока идет. Привет. Здоров. Редко ты меня приглашаешь к себе в гости. А, он пригласил. А вдруг нас кто-то увидит? Разве это не будет проблемой? Смысл что-то скрывать постепенно исчезает. Это получается, что наши отношения потихоньку становятся открытыми? Тебя это не смущает? Совершенно нет. Что вообще в классе говорят про того же Хирата? А это обязательно обсуждать прямо сейчас, а не по телефону? Кое-что можно понять только при личной встрече. Впрочем, сначала... У тебя ведь сегодня день рождения? Ты даже разузнал, когда он? Не против, если открою? Ага. Да давай, мне самому любопытно, что он там подготовил. Подвеска? Погоди, она еще и с сердечком? Ты уверен, что это подарок для подруги? Слушай, сколько хоть стоило? Не очень дешево. 20 тысяч с хвостиком. Дорого! В интернет-магазине, где я смотрел, она была подписана как лучший подарок для девушки. Ты парень вроде и умный, но в таких простых вещах валишься. Разве? Самому выбирать надо, когда покупаешь девушке побрякушки. Ты не обижайся, но эта подвеска тянет на 10 баллов из 100. Коробка со сладостями тебе бы больше понравилась? За нее ты бы получил 15 баллов. А почему всего 10 из 100, я не понял? А ты как думаешь? Ну так и знала. Сердечко слишком по-детски смотрится. Если не нравится, можешь оставить, я сдам. Ну да ничего, я девушка красивая. Мне любая безделушка к лицу. Хорошо, пиздуй. Так уж и быть, приму. Что ж, это меня тоже устраивает. Так уж и быть, ага. Я просто 10 из 100, ты не охуела ли? В общем, я на Кодже вообще, бля, нихуя. День рождения подарил что-то. Ну, понятно, что он в душе не ебет, где и что дарить. Как бы ему, по большому счету, максимально похуй там. То ли это подвеска, то ли это какашка. Ну, то есть он просто-напросто как бы не разбирается во всех этих тонкостях. Поэтому он просто-напросто прочитал в интернете комментарии, хуяри, и поэтому и нашел. Хорошо. А ты рано? Надо было в библиотеку заглянуть. Ясно. Как идет подготовка к экзамену? Твоя сестра чуть ли не рвется в бой. Понятно. Кстати, я давненько хотел у тебя кое-что о ней спросить. Почему в день нашей с тобой встречи ты так усердно пытался ее прогнать, что начал оскорблять? Потому что она меня разочаровала. Нет, вовсе не оценками. Своим душевным состоянием. Это как понимать? В детстве она гораздо больше улыбалась. А потом стала настолько мной одержимой, что пытается мне подражать. Выходит, это ты виноват, что она строит из себя невесть кого. Так получается? Дело не только в поведении. Все, что она ест, пьет, носит, а заодно и любит. Во всем этом она старается опираться на мои вкусы. Взрослые люди так себя не ведут. Ну да, нет, собственно, мнения. Забавно, что на вид ты само совершенство, а по факту даже не мог наладить общение с сестрой. Совершенных людей не бывает. Разве я не прав? Пожалуй, да. Но ты учти, что она пытается измениться. Если Сузана перестанет гоняться за моей тенью, бросит за меня цепляться и, наконец, примет себя такой, какая она есть... Вот увидишь, превратится вот в такую силу, которую даже тебе придется учитывать. Она станет сильнее меня, но только если изменится. Мне кажется, она и так старается. Хотя нет, неверно сказал. Я собираюсь ее изменить.
Причем не спустя рукава, как делал до сих пор, а всерьез. Да. Хорошо. Честно говоря, не ожидал от тебя такого. У меня есть еще один вопрос. Какой? Слушай, а ты встречаешься с Тачибаной? Нет, мы не в таких отношениях. Ясно. Впрочем, довольно забавно, что ты заговорил как обычный школьник. Я вообще-то и стараюсь быть самым обычным школьником. Атмосфера влияет. Но раз ты такой весь обычный, тогда скажи, у тебя есть девушка? По крайней мере, сейчас нет. Я бы со спокойной душой доверил тебе Сузуне, но даже представить не могу вас вместе. Естественно. Ну да, я тоже. Не говорите так! Обычно с этого все и начинается! Ты о чем? Ну, как бы сказать... Считается, что есть своеобразный закон подлости. Мол, отношения часто заводят люди, которые, казалось, никогда друг другу не понравятся. И, извините, забудьте, пожалуйста. Ну, такое тоже есть. Трындец. Ну, то есть, значит, братишка сказал, что если... Ну, в его понимании, и так оно, скорее всего, и есть. Ему это лучше знать, и ему, для него это беднее. Харикита куда... умнее, нежели он сам. Но она именно видит в нем идеал и пытается стремиться вот к этому идеалу, пытается делать абсолютно все так, как он делает, то так, как делает именно он. То есть поступать так, как поступил бы он в той или иной ситуации, да, то есть и до такой степени одержимая этим, что вот, как он сказал, типа ест, пьет и так далее, то есть все делает, собственно, как он, при этом не проявляя где-то какое-то именно свое «я». И из-за этого, когда ты пытаешься где-то кому-то подражать, когда ты пытаешься где-то кого-то копировать, даже если это там твой родственник, даже если ты досконально там, на все 100% знаешь хорошо этого человека, у тебя не получится на все 100% изобразить этого человека, то есть делать все так, как он делает. То есть у тебя, ты будешь, пусть не совсем жалким, но пародием. Но если ты об этом забудешь и начнешь именно проявлять свое «я», в тебе откроются именно такие таланты, о которых ты даже и подумать не мог. То есть она просто-напросто не дает дорогу себе, думая, что сама по себе она плюс-минус где-то как-то именно бесполезна и думает, что именно вот ее брат ее все-таки как-то лучше, он для нее идеал. То есть она не может понять то, что на самом деле она гораздо не то чтобы умнее, как-то правильно так выразиться, гораздо талантливее, нежели чем он. И его бесит именно этот факт, то, что она не развивается именно вот как сама, да, и не растет, а тратит время на то, чтобы пытаться его копировать. Как-то так. За что столько контроль-то? Вот 10 дисциплин, которые выбрал класс Эй. По-моему, мы сдохнем все это учить. Да. Но и классу Эй будет так же тяжело. Нам же надо вычислить, на какие 5 дисциплин они делают ставку. У нас есть тут хоть один, кто в шахматы играть умеет. Шахматы. В шахматах. У командира есть время, чтобы дать игроку указания. Фактически, по их правилам, можно устроить бой командиров. Понял. Понял. Озвучено. Понял, круто. То есть, как нам говорилось изначально, то, что командиры, они в общем не участвуют, но при этом могут непосредственно именно влиять на каждый из этих вот каких-то экзаменов, где-то какой-то своеобразной помощью. И непосредственно именно в шахматах вот сейчас написано, что командиры могут, то есть, именно давать указания по поводу каждого хода тому, кто соревнуется. Ну, во-первых, нужно для того, что я уже понимаю, что это будет полноценное сражение, то есть непосредственно именно в шахматах, то есть это будет полноценное сражение Сакаянаги против Аянакоджи, потому что это будет битва конкретно именно командиров, но руками одноклассников, да? Самое главное, чтобы тот либо иной одноклассник... Ну, то есть, по поводу Сакаянаги я не сомневаюсь, что тот, кто будет участвовать именно от ее класса, да, будет целиком и полностью слушаться ее и выполнять каждое ее где-то какое-то именно требование, да, то есть то, что она скажет, как бы она это ни сказала, что бы она ни сказала, он будет делать ровно так. Вот, осталось выбрать кого-то на роль именно игрока в шахматы из класса Си для того, чтобы
он целиком и полностью слушался тому, что будет говорить Айана Коджи, и что будет говорить, типа, делать Айана Коджи, да? И тогда будет полноценная битва Сакаянаги и Айана Коджи. Я вспоминаю, в комментариях мне также писали о том, что, типа, что люди ждут, когда уже будет экранизация серии, типа, там, с игрой в шахматы, то есть все ожидают эту игру в шахматы, и сам по себе опенинг намекал на эти вот шахматы, показывая постоянно Сакаянаги, шахматную доску, все эти вот фигуры, да, то есть это именно какой-то такой вот кульминационный момент сезона, то есть это соревнование, это кульминация, это типа один из лучших, скажем так, моментов этого сезона, скорее всего, будет, поэтому ждем. Но я говорю, серии где-то как-то начали стремительно развиваться, то есть что прошлая серия выдалась очень, очень неплохой, да, что до этой серии мне, в принципе, докопаться не до чего. Тоже серия крайне интересная. Она вроде бы как и сильно где-то как-то ничего не произошло. Но, в общем, интересный где-то какой-то следующий экзамен. Интересные некоторые разговоры касательно именно Сакаянаги и Айана Коджи. И появление нового этого вот ИО-директора, да, который послан непосредственно именно отцом Айана Коджи. И слова брата Харикиты о самой Хариките, да, и о том, насколько она сильна. И слова Айана Коджи о том, что он взялся за нее уже серьезно, да. Не так просто, типа, на похуй, а именно серьезно хочет вот развить ее вот это вот я. Ну, то есть, серия реально получилась добротной. Так что мне понравилось. И с нетерпением ждем продолжения. А так, наверное, мне больше, ребята, по этому поводу сказать нечего. Просто ждем. Продолжение ждем. Это вот игры в шахматы. Не знаю, в какой она серии будет, но как минимум начало должно быть положено в следующей серии. Вот, а до этого момента тогда заканчиваем. Буду с вами всеми прощаться. Так что надеюсь, ребята, что вам понравилась эта реакция. И всем тогда доброго дня, доброго вечера. Увидимся уже совсем скоро в новых реакциях, как на это аниме, так и на другие. И всем пока-пока.